больше знаки. Например, Так понимаешь, так нельзя, да? И так нельзя, она вообще добавляется все вручную. Ну не вручную, может просто заменять ее. Но я использовал PHP-MyAdmin, там все вручную добавляется. Я сделал упрощенную версию сайта, поскольку он считается более-менее шаблоном, но можно подключить домен, и он будет работать. Таких прям серьезных ошибок нет. PHP-код сам писал? Да, с нуля. Может, админ функции есть там, функция какая-то? PHP-то есть функция поиска. Поиск, давайте посмотрим. На весь код посмотрите. Поезд даже есть в курсовой работе, по-моему, здесь показан. Если с экрана видно. Вот. Вот, я взял только в листинге, использовал только главную страницу. Там как раз-таки указано подключение поиска на главную страницу, чтобы поезд тоже работал. Также есть отдельный PHP-файл, в котором сам поиск, грубо говоря, производит всю информацию. Здесь просто поиск подключается к файлу. Ну так тоже нельзя, да, писать, знаешь, а? Да. Надо было отделить логику от отображения. Вот все в одном файле. Здесь подключение базы данных не идет. Здесь сам запрос подключается. Картинка. А во-вторых, у меня не было ссылки, она не работала. То есть нажимая на ссылку, у тебя файл не приходил по нужной ссылке. Потом я разобрался в этом, то что у меня проблема с собой в базе данных, и я не указал путь к самому файлу, на который будет переходить. Но в этом слишком больших трудностей не было. Ну, также... сам защита тоже надо подработать, да? Там защита... можно, да? Защита тоже хромает. Но также я более-менее начал изучать с помощью этого сайта JavaScript. То есть я добавил пару скриптов на сайте, если вы не заметили еще. То есть вот первый скрипт. А что думаешь? Помощь сайту, здесь выдвигающий меню. То есть если... ну это просто JavaScript. При помощи нажать на него просто блоки смещаются вправо. Если... А на самом деле этот блок есть, но он слишком влево ушел, и его не видно. А так не ну и различные позиции при помощи стрима редактируется. Также для трех дополнительных кнопок, это типы жанра и групп, использовать позволялось открыть дополнительную лист, немножко список. Вот. Это сделалось при помощи ховера в CSS. И уже в PHP-коде заполнялось содержание, например, полнометражник, короткометражник, себя. Это тоже такая же тематика, да, получается, физика? Да. Базовый ключ. Какие возможности здесь у тебя? Ну... Какие-то фильмы откроются, они? Да, ну, здесь откроются, да, фильмы, каждый связан. То есть комментарий нельзя оставить, оценить нельзя, да? Нет, пока. Тему слушать. Так, я Сергей Ливанов. Моя тема была, курсовая работа, это создание интернет-магазина. Я выбрал создание интернет-магазина по продаже чая. То есть мой сайт должен быть удобен максимально пользователям, которые хотят совершить покупки, находясь дома. Соответственно, на сайте должна была быть добавлена оформление заказа, то есть корзина и последующая связь с клиентом, и также регистрация, авторизация, чтобы это было автоматизировано. Я добавил через базу данных PHP-MyAdmin на регистрацию и авторизацию. И... Так, сейчас по базе данных покажу. Давайте зайдем. Не одна таблица, наверное, надеюсь, там, да? Одна таблица. У меня корзина именно подключена через плащ. А, ты вот это логин, пароль где хранишь? А логин, пароль именно чего? Базы данных?
Пользователя. Пользователя. Ну, вот здесь вот именно на этом хостинге, когда создаешь новую базу. Не-не-не, это сайт там, видишь, авторизация, регистрация. А, они там сохранены, да, базе данных. Типа, вот, сигнал. И вот здесь вот сохранены все пароли. И, ну, пароли зашифрованы. Так. Сейчас, секунду. А там пробный сигнал есть? Таблица. Кроме сигнапа есть таблица? Кроме сигнапа нет, потому что на корзина у меня... Чай, товары... Нет, товары... Нет, я сейчас объясню. Оформление заказа у меня происходит через корзину, то есть сейчас я авторизуюсь на сайте, но там на базе данных у меня есть 1, 2, 3. И после того, как я авторизовался, у меня появляется корзина. Корзина была добавлена с помощью скрипта через сервис, и конкретно на этом сервисе находится база данных всех продуктов моих, я добавлял именно на этот сервис продуктов. То есть через ту базу данных. Сейчас. Так, можно просто там сайт? EasyNetShop.com. EasyNet.shop. Да, EasyNet.shop. Мне просто сказали, так можно? EasyNetShop. Там, по-моему, 1К еще. Вон он. Да? Да. Так. Да, я могу сейчас курсовую показать? Я просто не помню данные логина. Так, сейчас я... Вот. А как вы показать вам? Вот. Да? Да, да. Там создание... И оформление происходит путем настройки самых полей, то есть что пользователь должен добавить при оформлении заказа. Например, вот я зашел, и после того, как я авторизовался на сайт, у меня стала доступна корзина, то есть кнопки «Заказать» стали кликабельными. Все эти товары я добавил на сайт, на тот сервис, то есть вот именно земляничные, лесные ягоды, все эти я добавил как в обычную PHP от MyAdminBase. То есть я установил там ценник правильный.